6 ноября отмечается День Конституции Республики Татарстан. Это основной закон, который заложил основы современной избирательной системы для построения правового демократического государства. Вот Конституция Российской Федерации – это воля многонационального народа Российской Федерации. Это не государственная воля, обратите внимание, это воля народа. Вот Конституция Республики Татарстан – это тоже воля народа. По факту, когда мы говорим о вот двух конституциях, это по факту взаимодействие воль двух народов. Конституцию Республики Татарстан приняли в 1992 году. Это на год раньше, чем Конституцию Российской Федерации. Мы в нашей Конституции закрепили многие параметры общественного устройства, которые не были закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 года. То есть мы уже впереди шли по тем параметрам. Ментимер Шаймиев, еще будучи первым президентом Татарстана, также отмечал вклад сотрудников Казанского университета в создание Конституции Республики Татарстан. Разработка Конституции Республики Татарстан, она шла очень интенсивно, были привлечены очень серьезные силы, в том числе и были привлечены члены нашей кафедры, Рустем Ильич Тарнопольский, Азар Ильич Каримов, огромную роль, лепту внес в разработку, и Борис Леонидович Железнов. Кристина Дыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.